вот смотришь иногда на вот эти афиши фильмов и думаешь, где же такие девушки вообще находятся, где они существуют, вот на грудь вот смотришь, вот грудь, какая девушка, я бы ее сразу бы взял в клип, вот, честно, не задумываясь, какая, какая улыбка, какие губы, вот это актриса, я понимаю. Ну это ж Нью-Йорк, это, а нет, это Чикаго, Чикаго, да. Конечно, режиссер из Чикаго. Где ты найдешь здесь? В Кире, в Ультрамарине, в Баттерфляй. Здесь только смотреть на картинки можно. Честно, наверное, я уеду в Нью-Йорк, потому что там проще будет продвигать мои клипы и все такое. Потому что, ну то, ну серьезно, жесть. Одно разочарование, короче. Извините, я прошу прощения, вы не могли бы меня сфотографировать? Я просто вышла из фильма только что, и просто людей сегодня нет, в понедельник, можете меня сфоткать? Ну, я постараюсь справиться. Да, спасибо большое, потому что этим днем действительно некого просить. Как тебя зовут, кстати? Я Кристина. А, Кристина. Очень приятно. Я недавно приехала в Украину, ни разу здесь не была. А откуда ты? Я из Казахстана. Я там, да, я там родилась. Вот. Давайте, может быть, лучше вот здесь. Нет? Вот на этой стороне. Давай, как скажешь. Если ты такая яркая девушка, не ожидал тебя встретить. Так. Мне кажется, ваше лицо знакомое. Не знаю, почему, правда, но... Сейчас, пожалуйста, чиз скажи. Чиз? Щелк. Еще. Не двигайся. Поцелуйчик разрушил на меня. Поцелуйчик. Еще раз, пожалуйста, тоже собираем. Можешь сделать, пожалуйста, губки вот так уточкой и вот удержи поцелуй так. Задержи на кадр. Вот так, держи, да. О, по-моему, идеально. Сфотографировали, спасибо вам большое. Да. А вы так профессионально фотографируете, как-то связанное со сферой фотографии? Ну ты знаешь, я связан, но в основном меня фотографируют, потому что я как бы композитор, певец, все, продюсер. Очень здорово, я актриса. Ты? Да, я работала в Нью-Йорке. Вот, очень Нью-Йорк, город бешеных возможностей, тем более, что я буквально минуту назад здесь стоял, вот и... вот размышлял, что где же найти такую действительно актрису, которая бы вот так на тех вот стендах была из Чикаго, да, видишь? Кстати, ну, вот да, пока с ним звонит, я просто пришлю. Да. Алло. Ждем тебя, конечно, ждем. Ждем. А ты через сколько будешь? Ну, в Ультрамарине. Через 15 минут. Ну все, ждем тебя, как подъедешь к центральному входу, набирай, тебя встретим. До встречи, пока. Видишь, какая такая девушка на кастинге. Все хотят вступить на главную роль. Так а как у вас можно пройти этот кастинг? Ну, вообще-то, знаешь, самый уникальный случай, это когда происходит знакомство непредвиденное. Да? Вот когда они на кастинг звонят, приезжают, это одно вот отношение. Когда такое знакомство, как у нас с тобой, происходит, Ультрамарин, Баттерфляй. Ну да, как-то. Неожиданно. Тем более я здесь первый раз и... Знаешь, как первый раз, первый класс, ты не знаешь просто часто как реагировать. Вот видишь, как вот маска, кстати, прикольная. Да, я видела этот фильм, кстати, очень классный. А у нас на концертах применялась, на шоу-концертах когда-то, когда я с рок-группой выступал, вот такая маска Крик Скрим. Да, я тоже где-то использовала в спектакле в каком-то, по-моему, вот. Поэтому, да. Ну, слушай, я думаю, что это очень все прикольно, и кастинг провожу я, и режиссеры, то есть, как бы, да, для этого, правда, надо снять кинопробу будет, чтобы они посмотрели, но большое значение имеет и мое мнение, потому что я же продюсер. Я только за. Да. Так что мы договорились? Мы будем не как-то. Знаешь, я вообще даже тебя приобнять бы хотел, ты знаешь, что ты такая талия. Смотрю на твои глаза, твою улыбку, у тебя прямо голливудская улыбка, сразу бы нашли с Нью-Йорка. Куда-то поехали.
сразу бери все в свои руки. Ну, получается, да. Поживешь там и не такое. Ты знаешь, я просто в шоке. Я реально не ожидал, что вот такое может произойти в кинотеатре. Я только мечтал о том. Кстати, поухаживай за мной. Мы просто с вами так случайно встретились. Такие зубы красивые, ты знаешь. Ну хорошо, так ты поухаживай за мной, я не сильно там замазался. А то знаешь, у меня сейчас с ориентацией будет проблема. Подумаю, что я там какой-то там. Да нет, все хорошо. Нормально все, да? Ты что, как ты режиссером? Так, стой. Мы тут с тобой пройдем просто мимо ресторана, потому что мы с тобой ждали, но тут не видим, да? Конечно, я угощаю, но это будет не твердый, это будет что-нибудь, какой-то хороший полезный сок, который я использую.